на осознании всех функций биологического тела и других тел, осмыслять, где заканчиваются функции биологического тела, где начинаются функции других тел, и постепенно просто расслоять восприятие, расслоять воздействие. Я, кроме того, что такие практики осуществляю, я еще и осуществляю практику параллельного редактирования или параллельного просмотра, параллельного прослушивания материалов на разных мониторах. И, в принципе, для меня, что обрабатывать на разных компьютерах информацию, параллельно нажимая там на клавиши, смотря, что выскочило, приходится как бы в две стороны. Я могу еще косоглазие себе какое-то заработать за это, ну, надеюсь, что... Меня интересует, насколько четко получается восприятие и там, и там. Ну как, нормально, ведь есть же такое, что один человек может параллельно говорить с двумя человеками, это так же ж? Ну... Ну это немножко как бы разные вещи. Ну, допустим, в тонком теле где-то находиться, исследовать какую-то местность, мне как бы предполагаешь, что нужно всем вниманием быть там. Зачем? Ну, а как, идет просто картинка? Ну, почему просто картинка? Допустим, если я сейчас сижу и здесь мы общаемся, я в основном использую на данный момент слуховое восприятие, отчасти зрительное восприятие, и осязание, обоняние, в принципе, мне сейчас не нужны, так же? Ну да. Однако, все равно потоки возможности восприятия информации у мозга и дальше у разума остаются. И эти потоки можно использовать для нагрузки параллельной какой-то информацией с других каналов, допустим. Что, я слишком как-то заумно завернул эту тему, или что? Ну, или есть понимание? Может быть, можно. Мне просто немножко непонятно, как идет восприятие, ну, в центр мое сознание. Ну, хорошо. Как идет, допустим, восприятие у человека, который одновременно ест, общается, слушает музыку, и, допустим, ощущает, что ему жарко или холодно, или что его укусил комар. Ну, одновременное восприятие. Ну вот. Однако, если одновременно не есть, не слушать музыку и не кусаться комарами, то, соответственно, можно, если, допустим, у меня в комнате нет никаких таких перепадов температуры, нет никаких... не знаю, других постоянно изменяющихся факторов окружающей среды, то постоянно отслеживать, что стены на месте, там, не знаю, пол на месте и так дальше, это, ну, не надо просто. И можно настроиться на два монитора. Ну, значит, можно просто. Просто это практика. Ну или другой пример. А как есть люди, которые параллельно и общаются с другими, и смотрят телевизор, к примеру? Я думал, что когда они смотрят телевизор и общаются с другими, у них частичное восприятие. Вот, то есть переводится просто внимание на разговор. Разговор непостоянный. Ну да, но а ведь мне полное внимание в этих делах и не нужно. Поскольку пока на компьютере осуществится любое действие, это занимает от нескольких секунд до большего времени. К тому же на компьютере нету какого-то такого непонятного хаоса, чтобы мне нужно было отслеживать все его нюансы. Там выскакивает окошко, я ориентировочно знаю, с какой стороны, допустим, там согласиться, с какой стороны отказаться, с какой стороны там... добавить, с какой не добавить и так дальше. А в это время другой процесс обрабатывается. А в это время еще на другом, допустим, смотрю, как видео скодировалось, и параллельно еще слушаю, что нового, допустим, в каком-нибудь современном фильме или сериале, или что нового там. Ну, а если вы ходите в тонком теле, ну, допустим, полетать над Одессой,
Так же самое, пока, допустим, тело физическое, ведь, ну, пока я изучаю Одессу, мне не нужно изучать наличие каждого чертика, каждого призрака, каждого вот этого вот на каждом метре Одессы. У меня есть определенные мои интересы, я хочу посмотреть, как там тот человек, как этот, как другой, как третий. И даже не значит, что я там вот так каждого проверяю, кого я знаю. Но есть некоторые уже долгое время идущие наблюдения, естественно, я их провожу. Однако, чтобы эти наблюдения сделать, тоже идут некие временные задержки. И я могу или тупо направиться в эту сторону и ждать, пока вот я доберусь туда, пока там я уберу некоторые мешающие элементы и так дальше. А могу параллельно еще что-то делать на компьютере и там же. Пока я жду, пока там компьютер сработает, я смотрю туда и там делаю определенные вводные действия, чтобы сработало, чтобы дальше я мог осматривать. Пока я жду результата введенных действий в эту систему, я могу на компьютере тоже что-то там ввести какие-то данные или посмотреть, что получилось, или еще как-то так. Ну, анализ идет в режиме настоящего времени, физического времени. Ну да. Ну вот хорошо, а физическое тело в это время никак не отключается, ну обычно. А вот зачем? Физическое тело мне нужно для того, чтобы физические глаза смотрели на физический монитор. Однако другим восприятием, я же физическое свое тело не таскаю над Одессой, допустим, чтобы смотреть, кто там чем занимается. Ну а вот это вот переход, когда вот, допустим, обычный человек. А я никакого перехода не делаю, я просто частью восприятия, прикрепленного к тому телу, иду в одно место, а частью восприятия остаюсь над монитором и все. Ну это нужно, наверное, на практике ощутить, чтобы понять, ну или практиковать, чтобы развивать это, эти способности. Ну да, но это все возможно, это реально, это не что-то такое мистическое. Есть люди, которые, допустим, гениально просто играют на скрипке, они тоже там годами учились, как им зажимать, как им вести смычком, как им все это делать. Есть куча мастеров, которые могут идеально в точности воспроизвести портрет человека, один раз увидев. То есть главное направляться в какую-то область деятельности и действовать по методу. Вот я что-то сделал, и я смотрю, а что у меня получилось? У меня получилось то, что я хотел сделать, или не получилось? А если не получилось, то почему не получилось? И если не получилось, то что я могу исправить, чтобы в дальнейшем получилось? Так, или какое есть понимание этого вопроса? И есть ли хоть какое-то понимание? Или как? Да нет, почему? Я понимаю, о чем она говорит. Как раз вот рассуждение на эту тему и расширяет понимание. Вот, кстати, можно медитировать с помощью этих изображений. На каждом из них есть священная символика, знание которой помогает направиться куда нужно. Крыжановский рисовал прекрасно. Ну, там есть у него глюки, ряд глюков, но в сравнении с Васильевым намного лучше. Так что так. По телу, вот по физическим упражнениям, я отчасти согласен, что да, если трупятиной не захламляться, то оно и лучше. Но можно использовать физические упражнения. Причем у меня есть целый ряд физических текстов, за это разбираются. Единственное, что я их не планировал пока переводить. И снова, от познания буквицы зависит, можете ли вы их прочитать. Да, я сталкивался, где упирается, ну не упирается, а... Я, в принципе, хоть завтра могу эти тексты предоставить.
Однако гарантии, что удастся их прочитать, нет никакой. Да. Поэтому нужно развивать. Мне их перенабрать, допустим, на каком-нибудь шрифте и прислать не так и сложно. Я могу прислать их в полунедонабранном состоянии, или даже в состоянии фотографии. Мне это тоже... Ну, фотографии еще хуже, потому что тогда еще нужно осматривать, какой вариант, какой буквица, когда шрифтом, тогда уже это все стандартизировано. Так что так. Ну, я могу прислать. Я думаю, что до меня это довольно будет рано. Есть схемы, есть там, допустим, относительно того, в какую сторону, как тоже там эти мышцами, эти схемы, это сделать. Но это нужно изучать и понимать. По энергетическим упражнениям есть там биологики, да, по развитию. Сейчас, ну, там, такой средний, по некоторым практикам. Можно там пока изучать, там достаточно. Ну как достаточно? Ну там есть информация, скажем так. А достаточно мне той всей, что у меня есть, в какой-то степени недостаточно.